Знаете, сегодня не тот случай, когда я буду понемногу нагнетать драму, плавно подводить к объявлению героя нового выпуска цикла «Смотри, что я нашел», потому что вы уже видели обложку этого видео. Да, сегодня на тесте Citroёn CX, и да, у него 6 колес. Но давайте для начала об обычном четырехколесном CX, тем более, что это очень интересная машина, пришедшая на смену знаменитому Citroёn DS, той самой богине, о которой я рассказывал в прошлом выпуске. Если вы его не смотрели, то поставьте это видео на паузу и сходите по ссылке в описании, потому что там очень много важной информации, нужно задать контекст, без него сегодняшний рассказ будет недостаточно понятен. Так вот, на дворе 1974 год, DS, прожив долгую счастливую жизнь, наконец уходит на покой, а ему на смену приходит вот эта машина. Более компактная и гораздо более аэродинамичная. И здесь французы снова поигрались в слова, точнее в символы, потому что CX — это прямая отсылка к коэффициенту лобового сопротивления, который у этой машины составляет всего 0,36. И это очень крутой параметр по тем временам. Идеологически CX, естественно, развивал концепцию предшественника, и пусть снаружи здесь уже не такой космос по дизайну, хотя все равно все довольно-таки необычно, главное, что эта машина всеми силами пыталась добиться максимального комфорта, точнее, конечно, не сама машина, а ее конструкторы. И они сделали очень много для того, чтобы добиться своей цели. Например, подвески теперь смонтированы на подрамниках, которые крепятся к кузову через упругие соединения. Это позволяет дополнительно снизить вибрации. Компоновка сменилась с продольной на поперечную. Это позволило выгадать больше пространства в салоне, но самое главное, что CX сохранил знаменитую гидропневматическую подвеску, которая стала визитной карточкой DS. В итоге клиенты получили тот же самый DS, только более современный, уже в духе 70-х, и с удовольствием пересели на эту машину. В первый год было выпущено больше 100 тысяч экземпляров, но главное, что CX сразу же стал европейским автомобилем года. Примерно в то же время, в начале 70-х, француз Пьер Тисье придумывает необычное применение для ситроеновской гидропневматики. Так как эта подвеска умеет автоматически выравнивать дорожный просвет вне зависимости от того, сколько вы нагрузили в машину, Тисье решает, что из Citroёn-ов могут получаться очень неплохие грузовики. Первый эксперимент он ставит еще на DS-ах, но основной расцвет идеи приходится как раз-таки на времена CX-а. Идея предельно простая — надо отрезать переднюю часть машины, а сзади построить тележку либо на четырех, либо даже на шести колесах. Сделать для этих колес ту же самую гидропневматическую подвеску, и вуаля, на этой машине можно возить что угодно. Вариаций вот таких вот совершенно безумных многоножек существовала масса. Эвакуаторы, скорые, маршрутки, лимузины, киносъемочные платформы, даже вертолетовозы. Но больше всего машин было сделано для доставки газет. Дело в том, что почта тогда работала еще не настолько оперативно, и чтобы быстро доставить свежий тираж газеты из печати в киоске, нужно было что-нибудь придумать. У Citroёn CX как раз очень удачно появилась версия «Универсал». Изначально машина была седаном, стилизованным под хэтчбэк, так вот на базе этих самых универсалов и делались шестиколесные машины под названием «Лоудраннер». В них можно было загрузить 1,5 тонны свежей прессы и очень быстро по европейским шоссе развести туда, куда надо. Всего таких лоудраннеров было сделано порядка сотни, ну а общий тираж 6 и 8 колесных Citroёn-ов насчитывает примерно 200 машин, причем делали их не только во Франции, подключались также немецкие и голландские кузовные ателье. Ну а наш экземпляр — это высокоскоростной мобильный кемпер, изрядно доработанный его владельцем. И самое время пройтись по фишкам этого автомобиля.
Ну и первым делом вам, конечно же, интересно, что у этого крокодила в его огромном хвосте. Хвост, кстати, удлинился на целых 70 сантиметров по сравнению с обычным универсалом CX. Ну и, как я уже говорил, машина у нас в первую очередь туристическая, поэтому в багажнике оборудовано самое настоящее спальное место. Я специально не стал убирать отсюда спальный мешок, чтобы вы увидели, сколько здесь пространства, 1,80 м в длину, и насколько здесь на самом деле уютно. А вот здесь сшитый на заказ органайзер, в котором лежит вся необходимая в походе мелочь и даже газовая плита. Кстати говоря, здесь с комфортом могут спать двое взрослых, ну а детей, например, можно поселить в палатке, которая установлена прямо на крыше этой машины. Здесь же, кстати говоря, еще и раздвижной навес. В общем, совершенно спокойно на этом Citroёn можно запарковаться в чистом поле, как это сделали мы, и благостно заночевать. Собственно, именно этим владелец и занимается. Он исколесил на этой машине половину Европы и не собирается останавливаться на достигнутом. Ну и доработки не только в багажнике, но и на втором ряду туда тоже очень интересно заглянуть. В стандартном CX здесь установлен абсолютно обычный диван, но владелец этой машины решил поставить сюда еще два передних кресла. И, на мой взгляд, получилось очень прикольно. Во-первых, посмотрите, сколько места у меня для ног. Во-вторых, я очень низко проваливаюсь в это самое кресло. И не знаю почему, но посадка напоминает мне самолет, но я готов устроиться поудобнее и лететь на многие тысячи километров. Лайфхак. Если вас заперли в Citroёn CX и вы не можете выбраться, потому что не знаете, где у него открывается дверь, запоминайте. В вашей руке как будто бы лежит пистолет, и чтобы выбраться, вам надо нажать на его курок. Вот здесь находится рычажок, жмем и выбираемся наружу. Про водительское место CX давайте начинать рассказ в порядке возрастания безумия. Во-первых, посадка. Вы видели эти сиденья сзади, вы видите их спереди. И я точно так же сильно проваливаюсь вниз, причем регулировки по высоте здесь особо нет. Немного регулируется угол наклона подушки, да в общем-то и все. Ну, помимо, собственно, регулировки по длине. Поэтому посадка у меня точно такая же, с задранными коленями, а руль не регулируется вовсе. Поэтому получается довольно странно, но каким-то непостижимым образом мне здесь уютно и удобно. Я не хочу ничего менять. Еще у этой машины фактически отсутствует традиционная передняя панель. Ну, точнее, она есть, а вот обычно вот для других автомобилей такого вот нароста перед пассажиром здесь просто не предусмотрено. И это, с одной стороны, странно, а с другой стороны, дает вам ощущение воздуха и ощущение простора. Очень прикольно, очень стильно выглядит вот эта вот скошенная центральная консоль. Она, кстати говоря, появилась в 1985 году после рестайлинга. До рестайлинга все было решено немного иначе. Французские чудачества, куда без них. Во-первых, где в этой машине должна стоять магнитола? Не здесь, не здесь и даже не на потолке. Она должна стоять вертикально между передними сиденьями. Вы такого больше, наверное, нигде и не видели. По сравнению с DS очень важное, очень удобное нововведение. Чтобы вам отрегулировать высоту подвески, больше не надо тянуться вот туда к рычагу и корячиться. Очень аккуратный электронный переключатель, который позволяет делать это все буквально движениями пальцев. И вообще в этой машине на тонкие движения пальцами рассчитано гораздо больше, чем вы ожидаете. Потому что здесь нет подрулевых переключателей, они в принципе не предусмотрены. Вместо них наросты по бокам от приборного щитка. Предполагается, что вы будете делать примерно так. Если вам надо включить дворники, вот так вот их включаете. Если вам надо побибикать, вот сигнал на этой самой клавише. Поворотники включаются вот этой кнопкой слева от руля. И, кстати говоря, так было не всегда. До рестайлинга эти блоки были перепутаны местами. Все было сделано не как у людей, и только в 1985 году ситроеновцы наконец-то решились на нормальную эргономику. Очень жаль, что с тем же рестайлингом пропал и совершенно сумасшедшего вида приборный щиток. Здесь банальные шкалы, пожалуй, одно из немногих обычных мест в этом интерьере, а там были сумасшедшие барабаны. Я покажу вам это на иллюстрации, это просто нужно видеть. Ну и сам руль, конечно же, он снова односпицевый, как и на DS. Единственное большое отличие в том, что прямое его положение соответствует прямому положению той самой спицы. Она уже не смотрит на 8 часов, как было в DS, и мне кажется, что это просто логичнее и лучше. Ну и что же, давайте перестанем рассматривать этот космический интерьер, а он правда космический. Я уверен, что его дизайнеры вдохновлялись именно летающими тарелками и всем тем, что показывали в фантастике 70-х и 80-х. Мне больше нравится вот эта надпись «Турбо» на ступице руля, потому что под капотом этой машины наддувный двигатель 2,5 мощностью 160
168 лошадиных сил. CX получил его только в 1984 году, и только тогда он стал тем, кем и должен был стать – очень быстрым и очень комфортным автомобилем для дальних путешествий. И я предлагаю больше не сидеть на месте, а наконец-то проверить, как он едет. Кстати говоря, знаете, что еще общего у Citroёn CX и скорости? Вот эти зеркала, они ставились на многие британские спорткары, включая Aston Martin, Jaguar XJ220 и даже первые 5 экземпляров McLaren F1. Вообще, чем дольше я снимаю все эти раритеты, тем больше рождается совершенно удивительных историй с ними связанных. Например, недавно я рассказывал про Татру Т613. Так вот, выяснилось, что на одном подмосковном слете любителей экзотики именно та машина гонялась по прямой именно с этим Citroёn. И Citroёn, кстати, выиграл. Мощность у двух автомобилей была идентична, масса сопоставима, но сейчас я совершенно не удивляюсь тому, что выиграл именно Citroёn. Все-таки этот турбодвигатель едет гораздо веселее, чем татровский V8 с воздушным охлаждением. Тяга нарастает плавно, без резких скачков, но при этом она делает это неумолимо. И Citroёn даже после 120, после 130 очень уверенно набирает скорость. Хозяин говорит, что крейсерский уровень даже 180, и я в этом совершенно не сомневаюсь. Но главное то, насколько стабильным оказывается Citroёn в этих режимах. Вы несетесь на нехилой скорости на машине, которой 35 с лишним лет, а конструкции так и вовсе 45, и вас абсолютно ничего не смущает. И благодарить, конечно же, надо гидропневматическую подвеску. Она здесь работает ничуть не хуже, чем на DS, и все ямы, все возможные неровности. Вот у меня лежачий полицейский. Что был он? Не было его. Чтобы вы понимали масштабы происходящего и не думали, что я тут сижу и приукрашиваю, достаточно сказать, что лицензию на эту технологию купила компания Rolls-Royce. То есть вы понимаете, да, люди, которые положили жизнь на выпуск самых комфортных в мире автомобилей, в итоге пришли к Citroёn и сказали: ребята, продайте нам, пожалуйста, вашу чудо-технологию. И здесь я предлагаю вспомнить еще несколько машин с очень интересными подвесками. А после этого я расскажу об еще одной очень необычной и, пожалуй, самой главной фишке Citroёn CX. Третий ролик подряд мы говорим об этой машине, но ничего не поделать. Вдоль бортов народного дешво были проложены горизонтальные цилиндры с пружинами, которые отрабатывали перемещение качающихся рычагов. Причем с каждой стороны пружины были взаимосвязаны, чтобы снизить клевки на торможениях, свойственных машинам с мягкой подвеской. Ехал дешво и правда удивительно комфортно, но поворачивал тоже удивительно. Внедорожные Форды 80-х-90-х оснащались передней подвеской Twin Traction Beam. Это что-то вроде сломанного пополам моста. Пара скрещивающихся рычагов, в один из которых вживлен редуктор. Польза от такой схемы – увеличенная артикуляция колес. Вред – во всем остальном, от управляемости до ремонта пригодности. Говорят, ад сервисмена выглядит именно так. Пожалуй, это единственная подвеска, которая могла бы превзойти ситроеновскую гидропневматику. Технология от компании Bose разрабатывалась четверть века. Вместо пружины амортизаторов здесь линейные электромоторы, молниеносно реагирующие на команды управляющей электроники. Как все это работает, вы видите сами. Абсолютный уровень комфорта и никаких кренов. Увы, электромагнитное волшебство оказалось слишком тяжелым и дорогим, и в серию так и не попало. Ну а здесь я загадываю вам машину, о которой расскажу в следующем выпуске. Грузовики Татра примечательны уникальной хребтовой рамой, прямо из которой растут приводные валы, заодно работающие как рычаги подвески. Но кто еще использовал подобную схему? Пишите в комментариях прямо сейчас. Так вот, самую главную фишку CX придумал тот же гениальный Поль Маже, что изобрел и гидропневматическую подвеску. Естественно, все это тоже связано с гидравликой. Система называется DRV, и это рулевое управление. Казалось бы, что здесь может быть необычного, но на самом деле необычно абсолютно все. Во-первых, это усилитель с переменной производительностью. Как на современных машинах, на парковке руль можно крутить одним пальцем, а чем быстрее вы едете, тем больше в нем густоты. Во-вторых,
Для, во-вторых, мне придется сейчас ненадолго остановиться, одну секундочку. Здесь есть функция автовозврата баранки в нулевое положение. Сейчас покажу, как все это работает. Итак, вот мы, например, повернули ее до конца вправо. Вообще, действительно, можно крутить одним пальцем руль, просто здесь небольшие возрастные моменты, чуть-чуть подзакусывает систему, но неважно. Смотрите, у нас вывернуты колеса, я отпускаю руль, и он сам возвращается в ноль. Такого вы точно больше нигде не видели, но вот на CX такая штуковина есть. Все для того, чтобы вы как можно меньше парились. Вот вы, например, маневрируете в каких-то тесных пространствах, вам лень выкручивать руль обратно, здесь машина все сделает за вас. Но больше всего взрывает мозг то, что еще в 70-е годы Citroën сделал рулевое управление без прямой взаимосвязи руля и, собственно, колес. Сейчас похожее решение есть у Infiniti, электрическая система, где руль, по сути, работает как джойстик, он просто подает сигнал, а дальше электромоторы уже управляют рулевой рейкой. Но эта система гидравлическая и работает похожим образом. Вы крутите руль, давление в системе меняется, и вслед за ним уже поворачиваются колеса, но прямой взаимосвязи здесь, по сути, нет. И сделано это все ровно с той же целью, что и в Infiniti, чтобы даже на плохой дороге, даже на ямах и кочках вам в руки не прилетало никаких ударов и вибраций. И, кстати, если вам интересно, как ездится на шестиколесном, шестиметровом Citroën'е, да без проблем, я вижу все габариты в зеркала. На всякий случай у меня здесь встроена камера заднего вида. На этой машине действительно ездить совершенно спокойно можно по дорогам общего пользования. Ну, во дворах вам будет немного тесно, но, вы знаете, совершенно без проблем это все происходит. Все-таки, пожалуй, главный шок у меня от этого руля, который сконструирован вопреки всем возможным канонам. Он не должен работать нормально, но он работает. И тем обиднее, что эта удивительная система Дирави так и не стала по-настоящему массовой. Вообще, изначально она появилась в 70-м году на еще более фантастическом, совсем крышесносном купе Citroën SM. Я надеюсь, что и про него когда-нибудь смогу снять сюжет, еще эту машину. Так вот, ставилась она на SM, на CX, на пару моделей Maserati, да, в общем-то, и все. После этого от Дирави Citroën отказался, и мне крайне обидно, потому что мне кажется, что эта система, по идее, она в более широкую серию, могла бы вообще многое изменить в наших представлениях о том, как должны управляться машины. Но вот гидропневматическая подвеска оказалась более живучей. Citroën CX выпускался аж до 1991 года, целых 25 лет. И, кстати говоря, тираж составил больше 1 200 000 машин, что для большого представительского Citroën действительно очень неплохо. Его наследника вы наверняка прекрасно знаете. Это красивейший футуристичный хэтчбэк Citroën XM. После него были два поколения Citroën C5. И везде сохранялась гидропневматика. Да, она становилась сложнее, получала электронные системы управления, но продолжала нести Citroën'ы над поверхностью планеты с невероятной легкостью. Но буквально пару лет назад французы объявили, что отказываются от гидропневматики. Они объявили эту систему слишком сложной, слишком дорогой. И в итоге новые Citroën'ы — это уже обычные пружинные машины, пусть даже с гидравлическими отбойниками в подвеске. Но это уже совсем другая история, которую мне, наверное, будет не так интересно рассказывать, а вам не так интересно слушать. А вот что было бы интересно послушать лично вам, напишите в комментариях, потому что в мире еще очень много необычных, нестандартных, удивительных, интересных машин. И, конечно, все их снять невозможно, но я честно буду пытаться. А вы немного помогите мне с выбором приоритетов, и очень скоро увидимся. Пока!